Так, ну давайте мы сделаем следующее. Давайте мы ее выделим сейчас все. Вот так. Так. Скажем. Сначала камеру удалим. Так, здесь материал. Что здесь такое? Плей. Все. Теперь мы ее соединим вместе. Ctrl-Z. Или вот здесь. Надо не срабатывает. Вот так. Так, теперь мы ее с этого. Но как-то ее надо назвать. Я хочу в сцену с этим Собакиным поместить. Ну это ж Метерлинг. Вообще-то. Или Баттерфлоу. Так, хорошо. И теперь откроем собаку. Я уже поставил за бабочкой, как все работает. Давайте сюда теперь бабочку. Эту собаку пока уберем. А сюда пригласим бабочку. Append. Бабочка. Open. Mesh. Вот оно у нас. Причем бицерком это называется. Неважно. Так. Вот она. К ней мы сейчас применим некоторые вещи. Mesh. Арматуру. Символ. Так, сразу же ему скажем, что фронт. Нет. G. Чем так выглядит странно? V. R повернем. Там нам ничего не надо, нам надо только крылья немножечко сюда. Так, теперь Shift А. Что такое? Shift А. Нет, что-то не то, не то. Прозрачно. В чем дело? А, вот. Так. Кладем его. Решенного видно, потом Shift А. Почему не Shift А? Это странно. Нет, так нельзя. Надо его выделить. А. Надо пойти в Edit Mode. Забыл. Shift A. Вот теперь. Мы берем вот это, наклоняем. И тащим сюда. Так.
Так, дальше Shift A. Еще раз G. Наклоняем. Тащим сюда G. Сюда вот. Тарелки. Так, да? Примерно. Это, говорим, ставим сюда точку L. Не хочу переназывать ничего. Сюда, я говорил, тоже точка L. И потом, выбрав обои, я могу сказать симметрия. Так, назад, убираем трансформ и говорим симметрия. Это странно, конечно. Плевать. Иногда бывают такие моменты. Нахрен поймешь, почему и зачем. Вообще несовершенная, я считаю, эта штука. Постоянно какие-то косяки, постоянно как-то то не так двигается, то что-то вместе двигается, то, в общем, не очень хорошая эта штука. Это мазохистом надо быть, чтобы заниматься. Так, теперь еще раз Shift A, двигаем R, люди целые анимационные фильмы делают. Значит, тут не дело не в программе, дело в руках, наверное. Ну или просто они умеют очень быстро косяки исправлять. Скорее всего, тоже так. Вот так. Сверху смотрим. Ниже. Тащим вот сюда. Так. Эту, пожалуй, мы продвинем немножко назад. И вот здесь, скажем, Е. Сюда. Ну, после этого тут, естественно, что вот это и вот это, Ctrl-P, они должны offset, то же самое, это и вот это, Ctrl-P, offset, есть. Так, дальше мы должны просто связать эти вещи. Вот это сказать Ctrl-P. А, ну у них уже есть, да? Офсет-то. Я же уже поставил. По сути дела. Ну, смотрим теперь. Выделяем объект мод. Вот это выделяем, вот это выделяем. И говорим Ctrl-P. Конечно, есть. Поза R. Тудон, тудон, тудон. Тудон, тудон, тудон. Тудон, тудон, тудон. Все. Вот так можем делать. А эти можем сюда делать G. ER.
работает, то есть все это работает отлично, другого нам пока и не надо. Так, давайте поднимем объект мод, поднимаем уже вот так. А где наш собакин-то? Куда делась собака? Странно. Я что, переписал, что ли? Ну-ка, давайте сохраним это как шметерлинг, вот этот вот save as. Или скажем save as шметерлинг. Шметерлинг. Скажем, reading. Я с этим первый раз сталкиваюсь. Две фигуры в одну. Так, давайте мы ее закроем. Нет, скажем, откроем мы сейчас собакина. Вот он, собакин. Так. Ну. А если мы сейчас скажем opponent. Так. Делик, вот она, лидинг. Материал. Меш. Эти два, наверное, надо. Так, давайте мы поднимемся. Не, ну тут с собакой вместе. Так нам не надо. Это загадка, конечно, для меня. Без всего всяких этих странно. Ну да ладно, разберемся. В всяком случае, сейчас я посмотрю. Я думаю, проблема была в том, что нужна была отдельная коллекция. Видите, вот это и вот это. А так они слиплись каким-то образом. Я сейчас сделаю то же самое, что мы до этого делали. Не будем повторяться. И потом уже вернусь к созданию сцены. Окей? Так. Ну вот, мы тут уже с вами поделали грубенько так это. У нас все летает. Есть такое дело. Может побольше сделать полет такой вот.
Ну, в общем, пожелание настроить. Да и все. Было 200 сделать здесь, чтобы сюда не заходило. Но это можно устроить. Выберем эти, перейдем сюда, вот, скажем так, subdivision, этот переставим сюда, вот это сюда, этот сюда, то же самое здесь subdivision, ну, то есть везде, по всем пройдем сейчас. Ну, теперь, допустим, я говорю RPXO. Вот он поднимает хорошо, все нормально. Выглядит отлично. Ну, так вот оставим пока, да? Так, можем так. Так, ну так вполне устраивает. Давайте теперь. Развернем. Нет, мы скажем объект, это режим. Геометрии. Ну, теперь можем крутить как хотим. Уменьшать, конечно, немножечко так уменьшим. Ну и чудненько что. Глаза у него сумасшедшие, конечно. Ну так и надо было. Угу. Ну все, теперь можно будет пойти ее отрендерить. Все. На этом я с вами попрощаюсь. Я тут сделаю еще кружочек, пару кусточков травы. И все. На этом попрощаюсь. Результат увидите рендера на заставке. Пока.